Всем привет, друзья! Это канал Makita PT, и на календаре у нас пятница. Как я и думал, неделя прошла, и 5000 вас набралось, за что вам огромное спасибо. А посему, как и обещал, сперва мы давайте сейчас перейдем за компьютер и посмотрим, кто же захватил 5 игровых мест с термосами и фоторамками. Помогать нам будет сервис ultragenerator.com. И ссылка на наше призовое видео на ютубе. На ютубе. Кривошеев Игорь пишет: хочу термос. Термос, куртка, рамка мне Денис Михеев изъявил желание. Посмотрим на наш выбор. Рамка универсалу отделочнику достается. Термос Виталию достается. Термос. Ну и Александр Тен также изъявил желание получить термос, наш пятый победитель. Мои поздравления, дорогие друзья, ваши имена в описании под этим видео. Там же ссылка на нашу группу ВКонтакте и наш Инстаграм. Выбирайте, что вам интереснее использовать, и пишите нам в личку или в директ о том, что «Здравствуйте, я выиграл под таким-то ником то-то, то-то». Наши менеджеры вас поприветствуют и поздравят, а также выпытают с вас всю необходимую для отправки информацию. Затем после отправки передадут вам трек-номера туда же, где вы с ними списываетесь. И всем будет приятно. Ну а теперь переходим к самому лакомому. История была выбрана та, которая заставила всех сделать вот так: ой, мама. Написал нам ее Антон Борисевич, с чем мы его поздравляем. Это куртка достается вам. Переходим к истории. Случилось буквально неделю назад. Стою я, значит, пишет Антон, на алюминиевой стремянке метрах так на 2 от земли. Бурю стенку перфоратором Makita HP2450, мое почтение, 28-м буром. Прошел, значит, стену на 10 сантиметров. Чувствую, что-то не так, как-то стремянка начала подшатываться. Вот уже тогда надо было. Но сильно внимания не обратил, когда добурил стену, соответственно, бур у меня проваливается сквозь стену, и в этот момент у меня вылетает из-под ног стремянка. Я даже не понял, как, но сижу я уже на пятой точке на полу вместе с перфоратором и согнутым буром. И вроде больно, но ржу от этой всей картины. Жаль, конечно, никто не снимал, но чувствую, со стороны это было эффектное падение. То есть мы помним, да, техника безопасности в самую первую очередь. Вот ваш приз: в таком падать мягче. Однако данная история, сама того не подозревая, боролась за первое место с еще одной. Да, дело в том, что попалась еще одна история, которая произвела примерно такой же эффект. Прислал нам эту историю просто Влад. История такая: пришел к другу в феврале 22 года делать ремонт, менять проводку. Друг в наушниках и респираторе прорезал УШМ борозды в стене. А я без наушников, но в респираторе выбивал перфоратором бетон из штробы. Вдруг стук в окно. 17 этаж. Квартира пустая, а окна заклеены бумажными рулонными шторами. Я оглянулся и подумал, что, может быть, где-то у соседей стучат, и дальше продолжил штробить. Опять стук в окно. Я кликнул друга и сказал ему, что стучат в окно, на что он рассмеялся и промолвил, что я переработал и пора отдохнуть. И тут опять стук в окно, стоим уже вдвоем, смотрим на окно. Еще стук в окно, пару раз. Подошли к окну, открыли штору, за окном на веревке в альпинистском снаряжении висит мужик с шуруповертом. Открыли окно, он говорит: дайте перфоратор на 20 минут. Мы стоим в удивлении, мужик опять говорит: дайте перфоратор на 20 минут, я тут кондиционер монтирую, и аккумулятор у Шурика совсем сел, пару отверстий просверлить осталось. Дали перфоратор, сидим, отдыхаем, ждем, пока мужик нам перф назад вернет. Прошло 40 минут, выглянули в окно, ни мужика, ни веревок, ни перфоратора. Прошло еще 20 минут, опять стук, только теперь уже в дверь. Пришел тот самый мужик, монтажник, из окна и вернул перф. Познакомились, посидели, поговорили, попили чаю. Благодарность за предоставленный перф мужик принес штроборез и помог сделать штробы под проводку. Втроем управились за один вечер. Использовали сетевую УШМ и аккумуляторный перф Makita. Так вот, дорогой Влад, к перфу я вам дарю вот такой набор бурчиков. Этот набор СДС буров с размерами, указанными на экране,
понравится и пригодится любому держателю SDS Plus перфоратора. Так что вас, дорогие Антон Борисевич и Влад, я тоже добавляю в описание. Пишите нам также по указанным ссылкам на указанные платформы. А я напоминаю, что вы смотрите канал Makita PT, и 5000 это же, конечно же, не предел. То есть, если вы еще не нажали на кнопку подписаться, вы должны на нее нажать. Ну и не забывайте писать нам комментарии, ведь именно благодаря им мы знаем, какой обзор на какой инструмент нам снимать в следующую очередь.